Рождество – один из важнейших христианских праздников. Торжество знаменует приход в мир Иисуса Христа, который, согласно Евангелию, послан Богом для спасения человечества. Именно этот день разделил историю на «до» и «после». С рождения Христа началось современное летоисчисление под названием «Наша эра». Прийшло у свет Сына Божьего – это нагода на то и задуматься для нас, как Бог полюбил этот свет, что Сына Своего Одинородного послал для того, как Он нас избавил, и для того, как той, кто верит в Сына Божьего, имел житие вечное. К слову, западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю. В столь светлый праздник в костел, где царила атмосфера настоящего торжества, пришли бобруйчане от мала до велика, чтобы ощутить духовную радость от любви Бога к людям. Духовно обогатиться, что ли? Вон, ребеночка приблизить к вере. К чему-то светлому. Рождество для нас – это очень хороший, такой глубокий семейный праздник. И я считаю, что его нужно отмечать именно так. Нужно приходить, нужно благодарить Бога за то, что, то, что было в нашей жизни, и просить, чтобы что-то было хорошее. Это нарождение Божьего Сына, это нарождение надеи, это нарождение любови. Ну, для нашей семьи это так само одно из самых главных святых. Мы за все до разом святкуем, ходим в костел. Посетили в этот день костел и гости нашего города. Гомельчанка Полина Минина приехала вместе с подругами на экскурсию в Бобруйск и первым делом заглянула именно сюда. Это место с богатой историей произвело на нее большое впечатление. Сегодня так совпало, что, конечно, вчера был сочельник, рабочий день, сегодня Рождество, такой светлый праздник. Мы решили приехать в город Бобруйск и посетить такой интересный костел в этот праздник. Потрясающее место, потрясающая энергетика, аура – это реально очень волшебное место. Весь промежуток до праздника крещения Иисуса Христа считается рождественским периодом. Православные же верующие, напомню, отметят этот день 7 января. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.